Ну, ребят, немножко голова взрывается, конечно, но вроде терпимо. Погодите одну секунду, что это-то за дичь такая? Опачки, а вот и мини-деревня. Йоу, добро пожаловать в мир иллюзий, а точнее на карту от подписчика с таким названием. Именно так сегодня мы будем играть в карту от подписчика, где присутствует мод Immersive Portals и Пикуй. Короче, это будет не эвклидовая карта, давненько у нас таких не было, поэтому я надеюсь, вам понравится сегодняшний видос, вы поддержите его вашим Лукасом, а вер было бы здорово, если бы мы набрали хотя бы 2 Лукаса, было бы здорово, и, конечно же, перед началом рандомный комментос залетает тот рыжий кот, который пишет: Кейн, учитель по командам, чё-то вы не по адресу, друзья, какой учитель и по каким еще командам, я вообще не шарю, поэтому, ну, все равно спасибо за комментос, наверное. Что ж, господа, давайте, наверное, приступать, что у нас здесь написано. Приветствую, мой друг. Наблюдатель нам пишет: этот мир был создан специально для тебя. Спасибо, наблюдатель. Очень приятно. Давайте посмотрим, что же у нас за задача. Здесь такая: твоя задача проста. Исследуй мир. Удивись тому, что я для тебя подготовил. Окей, я готов. Наверное, я готов. Давайте посмотрим правила, что у нас здесь. Правила тоже просты. Не выходи за пределы деревни, не ломай систему, не пытайся ее надурить и заходить туда, куда не стоит, пожалуйста. Окей, хорошо. Читы уже по твоему усмотрению. А так, советую на выживание играть. Мы на выживании, поэтому я думаю, мы готовы. Хорошо, звучит интересно. Напутствие. Напутствие. Удачи тебе, если что, я наблюдаю за тобой, так что не шали. А что насчет рендер-дистанции? У меня стоит 8, у меня маленькая рендер-дистанция, у меня сейчас комп плохой. Я на ноутбуке записываю, друзья, ноутбук, боже мой, но вроде бы все пока что работает. Я вижу кнопку. Чтобы ты не заблудился, я выложу дорогу из красной шерсти. Плюс я обозначу фиолетовой шерстью некоторые места. Поставь спампоинт на всякий случай. Окей, хорошо, это говорили. Спампоинт, бум. И давайте посмотрим, у нас есть арбуз. Арбуз взяли, в зеркало посмотрели, в это зеркало тоже посмотрели. Все круто, все найс. Давайте посмотрим, что же нас такое здесь ждет на этой карте. Боже мой, мы видим красную дорожку. Я так понимаю, на каждую фиолетовую шерсть нам нужно вставать, и мы что-то должны здесь увидеть. Или же мне все-таки... Я вижу там что-то, друзья. Стоит ли нам спуститься? Давайте попробуем. Давайте попробуем спуститься, посмотрим. Вот оно как. Значит, это бесконечная пещера. Да, друзья, настоящий инсепшн начинается. То есть мы можем по идее тупо бесконечно вот так вот по ней бегать. Смотрите, хоп, и пропало. Неплохо, это была первая иллюзия. Я так понимаю, вся эта карта будет нам показывать различные иллюзии с помощью модов Immersive Portal и Пикуй. Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь. Погодите, здесь опять какой-то прикол. Вы видите, в воде я вижу деревню сверху. То есть если мы прыгнем в воду, то по идее получится... примерно следующее. А куда приземлился? А, вот сюда я приземлился. Окей, хорошо. Неплохо. Еще разочек попробуем. А, бум. Я вижу себя. Я вижу себя. Вы видите меня? Вон он я. Давайте я вам приближу. У меня нет оптифайна, но вон он я. Вон моя башка. Вы видите меня, да? Поэтому, окей. Хорошо. И еще раз спускаемся. Неплохая иллюзия. Гигантский Лукас. Поэтому идем, наверное, дальше. Я обожаю карты, где мне просто что-то показывают. Это тоже довольно-таки забавно. Если сами вещи довольно-таки забавные. Так, мы видим довольно-таки маленький дом снаружи. Что здесь? О, привет, привет. Окей, хорошо. Но если мы заходим внутрь, то мы видим примерно следующее. Что по сундукам? Что-то интересное. Давайте звук чуть-чуть потише сделаем. Слишком громкий Майнкрафт у меня сегодня. У нас есть пасхалка. Можно ли ее нам почитать? Давайте посмотрим. Это первая и последняя пасхалка. Первая и последняя? Серьезно? Больше не будет? Вот так вот, да? Тебе не кажется этот дом каким-то странным? Он очень странный, но... еще страннее, чем я думаю, я не думаю. Что я сказал, не понял, но, короче, вы поняли, да? То есть дом большой внутри, снаружи маленький, и, в принципе, это все, я так понимаю, это вся иллюзия. Ага, может быть, все-таки, может, еще что-то пропустили здесь, нет? Как вы думаете? Нет, я думаю, мы все нашли. То есть не нашли, а просто все увидели, поэтому окей. Хорошо, следующая иллюзия в студию. Я думаю, прежде чем пойдем вот туда, вот тут я вижу еще фиолетовую шерсть. Давайте посмотрим. Опять что-то странное происходит. Опять же, дом снаружи выглядит как обычный, но если мы зайдем вот сюда, мы выходим... То есть я... окей. То есть я вхожу и одновременно выхожу из дома. То есть я... у меня мозг ломается. Короче, вы поняли, да? Я вхожу и выхожу одновременно вот отсюда, да? Хоп, и мы можем просто вот так вот бесконечно ходить. Неплохо. Хорошо, а что если мы зайдем вот сюда? Иди наверх, написано. Кафедра пустая, хорошо. Мы видим дверь. Ой, что-то как-то я высоко. Как я сюда попал? Погодите. А вот туда не стоит обращать внимания. Окей, хорошо, не смотрю. Не будем смотреть. И, в принципе, это все. Мне нужно обратно зайти. Погодите, как мне вернуться обратно? Я видел... Это мир повернутый на 45 градусов. Нет, даже не на 45 градусов, наверное, на градусов так 20. Хорошо, иди наверх. Ну, в принципе, окей, я думаю, мы все посмотрели, да? Я думаю, мы можем
Мы можем уходить, наверное, хорошо. Мой мозг начинает бурлить, друзья. Да-да-да, бурлит. Ну, давайте посмотрим, что нас еще ждет на этой карте. Хорошо, что мы видим здесь? Опять же, фиолетовая шерсть. И опять же, мир повернут, видите, по диагонали. Окей, что мы делаем? Мы прыгаем и приземляемся примерно вот сюда, наверное, да? Красота. Давайте еще раз. Бум. Слушайте, я могу бесконечно, на самом деле, вот... летать. Спаунпоинт где был? В самом начале, да? Отлично. Ребята, я просто хотел попробовать пролететь сразу же еще раз в этот же портал и так бесконечно летать. Смогу ли я это сделать? Давайте проверим. Спаунпоинт здесь пропишем, чтобы потом, если я опять умру, недалеко не ходить. Давайте попробуем. Хоп. Я умираю, друзья. Погодите, стоп. У меня даже спаунпоинт сломался. Да как это работает? What? Серьезно? Ладно, хорошо, мы заново начнем. Ладно. Почему спампоинт-то сломался? Что я не так сделал? Как мог спампоинт-то сломаться? Непонятно, ладно. Поставим один здесь. И погнали смотреть на следующую иллюзию. Вот в этом доме. Что у нас здесь происходит? Мы видим ад. Окей. Я вижу табличку. Ты разве умеешь летать? Нет, я летать не умею. Только если вы мне не дадите элитру. А, погодите, я так понимаю, это все. Я думаю, мы тут далеко не уйдем, да? Или же... Нет, тут одни барьеры. Специально, чтобы... О, боже мой, когда я вижу эти крепости, у меня сразу же вскакивает в мысли, в голове тот факт, что все, спидраним, друзья, наконец-то нашли крепость. Теперь нужно быстрее залутать и найти бастион. Ну да, друзья, надеюсь, вы смотрите мои стримы, где я спидраним. Если не смотрите, то и ладно, нет. Не очень хорошо у меня получается, но ладно, хорошо. Это финал, поэтому иди сюда в последнюю очередь. Окей, а куда тогда? Может быть, тогда сюда пойдем? Чтобы ничего не пропустить. Следующая иллюзия. Бум, башня. Погодите, а где сама башня-то? А где башня-то? Окей, нету башни, но мы заползем наверх. А, и вот мы и на башне. Нифига себе, мы быстро забрались. Хорошо, что у нас здесь. Как это подозрительно низко. Может быть, наоборот, подозрительно высоко. Нет? Да? Нет? Окей. Стоп. А, подозрительно низко вот здесь, если... А, если посмотреть вниз. Слушайте, окей, хорошо. Неплохая башня. Давайте посмотрим, что у нас здесь такое. Ладно, прежде чем посмотрим на эти таблички. Сначала догони его, он украл арбузики у жителя сзади тебя. Кто... Кто кого догнать? Погодите, что такое? А? Погоди, упс, похоже, это тупик, но зато какой завораживающий. В сундуке есть три палки, поиграйся с ними, и тебя это удивит. Попробуй с помощью палки X повернуть коридор в прямое положение, а потом покрути его с помощью палки Z. А также, когда наиграешься, можешь просто прописать Q или с помощью огня. Я понял. Я люблю такие приколы. Мы помним, когда я делал обзор на мод Immersive Portals, я помню, что мы играли с этими палками. То есть, все, что нам нужно делать, это покрутить портал. Например, вот так. Хоп. Видали, что творит парень-то? Окей, теперь мы можем повернуть его вниз головой. Но я хочу повернуть прямо, мне говорили, да? Если мы повернем его прямо, то он просто бесконечный. Просто бесконечный туннель. А мне еще говорили про... Что говорили? Про палку Z. О май гад, моя голова. Хорошо, друзья, вот это я понимаю. Ну окей, не вклидывай кегли, друзья. Ну давайте мы сделаем вот так и еще его повернем в... Ох ты, боже мой. О май гад. Понастроил тут порталов ты себе, посмотрите на этот туннель. Ну, ребят, немножко голова взрывается, конечно, но вроде терпимо. Окей, ладно, я думаю, мы наигрались. Прикольная вещь, мне нравится то, что автор нам дал сам поиграться немножко палками, потому что давненько я с ними не игрался. Наверное, последний раз, когда я играл с этими палками, это был наш обзор на Immersive Portals, поэтому... Окей, в принципе, да, давайте пропишем Q, я надеюсь, спампоинт работает, и он работает. Спасибо. Хорошо, что мы еще не посмотрели? Тут еще были какие-то приколы, поэтому давайте на все посмотрим, пропускать. Ничего не хочется, карта забавная, очень забавная, человая, спокойная. Просто бегу, удивляюсь иллюзиям, поэтому спасибо тебе, автор. Кстати, как зовут автора, мы так и не поняли. MRX17, спасибо тебе большое еще раз за эту карту. Пусть это будет предпоследняя иллюзия, так что зайди сюда перед концом карты. Ну слушайте, ну вроде бы у нас предпоследняя и последняя осталась. Вроде бы, если не ошибаюсь, давайте посмотрим. Предпоследняя иллюзия, говорите. Окей, опачки, а вот и мини-деревня. Погодите, это она в реальном размере? То есть это та же самая... Нет, это не та же самая деревня, в которой мы здесь были, это другая деревня. Но прикольно, хорошо, что за кнопка, бум. Классно, не правда ли? Зайди в черную дверь справа, ты... Погодите, в черную дверь справа? Какую, погодите, зайди в черную дверь справа, и ты еще больше удивишься. Вот в эту дверь?
Ой, неужели мы в этой деревне? А вот тут еще можешь приключить гейммод 1 и полетать. Ой, друзья, мы находимся в этой же деревне. Мы находимся в микродеревне, которую мы видели как раз-таки только что. Окей, а как мне вернуться, кстати? Погодите, я могу вылететь вот так? Ага, что теперь? Теперь я в обычном мире супер маленький. Но я могу прописать следующую команду. Я могу прописать scale, set, и я могу прописать 1. И вот я снова большой, друзья. Все с 4. Найс, найс. Неплохо, что могу сказать. Автор, это очень круто. Это очень-очень круто, то, что ты такое сделал. Спасибо тебе. Вот это лут, друзья. Хорошо, я-то понимаю, мы идем на последнюю иллюзию, которая у нас была где-то здесь. Если я не ошибаюсь, это последняя иллюзия будет. Хорошо, давайте посмотрим. Или же тут что-то еще есть. О, погодите. Пасхалка. Деревня, вид сверху. И клен. Пропал клен, появился, пропал. Окей, хорошо. Хорошо, что у нас здесь, что у нас здесь? Давайте посмотрим, это финал. Но я так понимаю, это финал, мы реально до финала дошли. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Тропинка, тропинка, тропинка. И ведет она нас примерно вот сюда. Если упадешь куда-то, пиши кио. Там должны прогрузиться чанки. У меня 8 чанков, я надеюсь, мне хватит. Давайте посмотрим. Они не грузятся, да, я так понимаю? Может быть, все-таки... А! Оу. Вот сюда ты можешь пройти. Воу. Погодите одну секунду, что это за дичь такая здесь творится? Окей, мой мозг, помогите, кто-нибудь держите мой мозг, он начинает крутиться, он уходит, он раскручивается. Вот сюда ты можешь пройти. О, реально смог пройти. Окей, что у нас здесь? Прощание. О, на этом все. Это была простая карта и не самая длинная. У меня есть еще идеи по реализации портальной системы и механики этого мода. Если тебе интересно, то скажи мне, делать ли продолжение? Конечно, делать. Боже мой, конечно же, это было супер круто. Если да, тогда тебя ждет более завораживающие порталы и некий сюжет, больше ловушек и запутанности. В общем, удачи тебе и спасибо за прохождение моей карты. Тебе огромное спасибо, MRX17. Информация о наблюдателе. А, мое имя Lonely58. Другой ник здесь. Карта создавалась 3 дня реального времени. Блин, спасибо тебе огромное за старание. А создавалось так долго не из-за сложности постройки, а из-за того, что я такой лох. Ну, окей, нет, наверняка это не лох, у тебя просто были другие дела. Окей, хорошо. Сначала Майнкрафт крашнулся, и все было утеряно. Потом я по ошибке удалил все порталы, тем самым разрушив 60% работы. Окей, да, небольшие запары все-таки произошли. В общем, нет столь полезной информации, но все же спасибо, что выслужили всего наилучшего вам. Блин, Lonely58, спасибо тебе огромное. Это было супер круто, это была мега крутая карта. Очень понравилось, что могу сказать. Очень понравилось. Погодите, а что вот это за место? Мы здесь в итоге были. А, это та самая деревня миниатюрная, которую мы видели вот здесь. Мы можем в нее спрыгнуть даже вот так, наверное, да? Бум. Вот мы и здесь. Господа, это было великолепно. Мне очень сильно понравилось. Я надеюсь, вам тоже. Давайте мы сделаем, во-первых, scale 1. И я думаю, мы все здесь взорвем, конечно же, по нашей любимой традиции. Как мы можем не взорвать такую карту? Мы должны это сделать. Оставим Лукаса, друзья, обязательно, чтобы подписчик нам сделал вторую часть с сюжетом и с более прикольными порталами, потому что у него это очень хорошо получается, как вы можете видеть. А, да, господа, тем самым вы можете поставить Лукаса, подписаться на канал, оставить комментус и что-нибудь там такое еще сделать. Что хотите, то и делайте, придумайте сами что-нибудь. Ну, а с вами был мистер Клен. Ну и как бы всем пока.